Чего ты встал? Играй. Звук с Майнкрафта. Майнкрафт — это моя жизнь. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на «Бесит школа». Это анимация от Федора Комикса и его студии Phoenix Animation. И давайте смотреть. Казалось, что там будет новая рисовка. А знаете, что еще новое? Есть скидки новые на моем сайте. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт, даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому получите 10% скидку. И знаете что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь давайте смотреть, погнали. Phoenix Animation. Паша, прошлая рисовка была не самая удачная, соглашусь с многими. Окей, пока это похоже на аниме. Аниме! Так, к доске пойдет. Сережу я вызывала на этом. Машу на Порошева. О! Георгий! Выходи. Реально аниме. Окей. Ну, не пишет. Ты что, оправдываешься? Ты учил? Я читал. Я читал. Классика. Градусов. Один корень из двух? Корень из... А, корень из двух. Я уже не... Или корень из двух. Я уже не помню, честно. Я не буду вот это выпендриваться. Он глупый. Это же так просто. Лох! Не буду с ним встречаться. Ну, тупой. Даже я это знаю. Ясно все с тобой. Опять школа! Кошмары. Реально на аниме похоже. Вдохновлялись явно японской анимацией. Наконец меня отпустят. Это же было так давно. Но помню, будто это было вчера. Кабинет истории. Это и вот это. И завтра? Нет, нет, к сегодня. Но у нас завтра контрольная по биологии. И чё, биология важнее моего предмета? Где конспект? Тетрадку забыл. А голову ты дома не забыл? Вот же она. Вот же голова. Ой, простите, я... Ну ничего. Покажешь на следующем уроке. Но... Да, такая фигня реально бывает. У меня была училка в Харькове по математике. Она ни у кого не провела так домашнее задание, как у меня и у моего друга Вани. У всех мимо проходила, а у нас брала тетрадку специально намеренно и проверяла, мразота. Она просто хейтила. Другой аниматор, что ли? Просто. Можете, пожалуйста, пропустить? У меня сейчас урок, и скоро он начнется. И... Че ты вякнул, псина? Сейчас ёпта втащим тебя так, что жрать никогда не сможешь. На табуретке. Бутерброды остались? Нет. А пирожки? Не остались. Даже те, что с творогом? Есть корка хлеба и компот из сухофруктов. Грустный какой-то компот. Стой, а где твоя сменка? Смотри, следы оставил, гаденыш. Сменка где? Не бегай! Почему ты не на уроке? Вина с преподавателей это никогда не кончится. Бедолага. Что-то вообще не брал и сдалось. Это ж такое! Школа, отпусти! Почему это сам не сдаю? На шторы, батареи, на ремонт подоконников и новые парты. На выпускной старшеклассникам. Да что? Ничего. Жора жопа. Вот это юмор подъехал. What the fuck? Вот это его плющит. Не могу.
Я сейчас все учительнице расскажу. Гоша, опять ты болтаешь? Ну как не стыдно. Все, вызывай родителей. Отлично. Тебе хана после урока. Джожа? Стукач. Но это же... Бесит. Наверное, в этот момент все и пошло не так. О, Пикачу там. Что у него... О, I want to believe. В них или во мне? Прям, как у Топи шоу, такой же плакат. Круто. Все такой же, самый обычный. Разве что волос поменьше. Я уже совсем скоро крышей поеду. Бедняга, его жалко. Тебя нет, от Дока пользы никакой. Нет, только не она. Мне хватило. Это мама его? Ты чего все еще лежишь? А ну-ка быстро вставай. Ну еще 5 минуточек. Блин, тут очень много аниматоров. Первый день. А ну-ка подъем. Вот, вот так. А теперь это. Нет-нет, вот это. Неплохо. Это возьми. И цветы не забудь. Я их лично собирала. А теперь марш. Ты не понял, с чего я ору? Я ору с пультика в салафаночке. Ди-ди-ди. Я не могу. Пульт салафанки — это просто атрибут каждой квартиры. Такой, знаете, или советской. Ну ладно, у моей мамы тоже есть пульт салафанки, потому что на кухне жирная. Ну, там хотя бы это обусловлено. Мама тоже не любит салафанки и все делать. Но она специально оботала красиво пульт, потому что это кухня. Там я согласен. Там все печально. Марш. Ну, как люди просто не убирают салафанку. Это очень странная фигня. Чё? Музыка из «Мастера и Маргариты». Вот, возьмите, это вам. Что? Мне? А как приятно. Но я занята. Держи их, пока в класс не зайдем. Тебе же не сложно? Конечно, не сложно. Ты же мальчик. Помоги девочкам. Стоят же бедные. What the fuck? Чего ты встал? Играй. Звук с Майнкрафта. Майнкрафт — это моя жизнь. Боже правый, мне хватает того, что я ваш классный руководитель. Так мне еще суфлером быть? Ради всего святого, уверяю, вы худший класс за все времена существования человечества. Классическая фраза. И только ты в этом виноват. Ну, про то, что только я был виноват, мне так не говорили. Господи, какой ты тупой. Все из-за него. О, отсылка к своим проектам даже была. Не высплюсь ни хрена! Так, все. Надо что-то с этим делать. Куда он едет? Закалим. Дышу дьяволу, Адам. За тебя калим, Адам. Душу дьяволу продам. Во-во, я вспомнил. К доктору, в доку пришел или к кому-то другому? К маме? А ты чего приперся? Ему и без тебя тошно. Да, да, ну это очень важно. Мне не имяться! А, док! Док! Жена дока. Сюрприз, что ты здесь. Чего? Ой, ты не поверишь, что мне опять приснилось. Я оказался в школе посреди урока, ну ты представляешь? А учителя все такие же мерзкие и невыносимые. Это никогда не кончится. Верно. Бедный док. Ну мне это жалко, на самом деле, психа. Мне их же обоих жалко. Блин, круто. Очень удивительная анимация. Явно, что вдохновлялись аниме. Аниматоры выпуски. Раз, два, три, четыре, пять, шесть аниматоров. Шесть аниматоров. Очень круто, ребята. За это стоит перейти и поставить лайк. 100 тысяч лайков. Я считаю, что это достойно 100 миллионов лайков. Поэтому приходите, ставьте лайк под видосом Федора Комикса. Кидайте его друзьям. Если вам нравятся реакции, то можете также подписаться на меня, поставить тоже лайк. Мне всего 5 тысяч нужно. Я скромненький. 5 тысяч, нормально. И пишите комментарии, чтобы попасть в ролик. Не забывайте, что попадаете, вы там внизу выскакиваете. Ну, там, да. Вот
такие дела. Будьте молодцами. Всем пока. Ай, с Новым годом! Чуть-чуть. С наступающим! А теперь все.